Учение Хазрята Мамедрзаева переросло хобби и превратилось в философию. Первый финалист из Азербайджана показал на сцене Central Asia's Got Talent увлекательное шоу и даже поставил рекорд по сборке кубика Рубика ногами. Новость о том, что я прошел финал, была для меня шокирующей и очень волнительной. После того, как мне об этом сказали, я секунд 10 просто молчал. Это был один из самых важных моментов моей жизни. И этот день я не забуду никогда. В детстве у меня были проблемы с памятью, и я искал разные способы, чтобы с этим справиться. Я был стеснительным ребенком, почти не общался со сверстниками. Кубик Рубика помог мне улучшить память и наладить общение с людьми. Вот это маленькое приспособление круто изменило мою жизнь, раскрепостило меня. Кубик Рубика помогает людям развивать память, координацию и мелкую моторику. После того, как научился сам, я решил, что могу помогать и другим людям. У меня было больше 300 учеников. Я проводил для них мастер-классы по сборке кубика Рубика. Хазрят пришел на проект показать свой талант, но приобрел нечто большее. Рассказать личную историю перед многомиллионной аудиторией – непростая задача. Но получить от нее отклик – достойная награда за смелость быть искренним. Молодец парень. Насколько я знаю, он, по-моему, был в аварии, он потерял память. И вот благодаря кубику Рубику он восстановил ее. Видите, он до такой степени совершенствовался, что вот теперь показывает чудеса. Это здорово. История, которую я рассказал во время своего первого выступления, это был секрет, которым я не делился ни с кем, даже с самыми близкими для меня людьми. Эта тема для меня была очень непростой, поэтому я не мог вот так просто об этом говорить. Я расчувствовался и понял, что публика тоже пережила эти эмоции вместе со мной. После того, как я присоединился к этому проекту, в моей жизни произошли большие изменения. Количество моих подписчиков увеличилось. Это и страны Центральной Азии, это местные средства массовой информации, незнакомые мне люди, которые начали поддерживать меня, новые знакомства, освещение в СМИ. Для меня это очень большое достижение. Моя жизнь изменилась к лучшему. Поддержка зрителей и подписчиков помогла Хазряту пройти в гранд-финал шоу. Cause I love you for infinity. Oh, oh, oh. I love you for infinity.
the bottom of the ocean, where the time is frozen, where all the universe is open. Love isn't random, we are chosen, and we could wear the same crown. Keep slowing your heart down. Ногами соберет. На самом деле он очень удивил. Понятно, что там руками, то левый, то правый, это понятно, думаешь, ну, это как бы объясняется, да, все это в смысле. Можно объяснить эти трюки или там способности, но когда он пальцами ног собирал, это было, конечно, фантастика. Моя история основана на одном лозунге. Маленькие детали могут полностью изменить нашу жизнь. Это могут быть печальные или радостные события, а также мелкие детали или вещи, с которыми мы сталкиваемся в жизни, и все это меняет нас. Если вы считаете, что Хазрят Мамедрзаев достоин победы, голосуйте прямо сейчас в приложении Айту. Благодарю всех, кто смотрит меня в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Наше шоу и наша история продолжается. Поэтому прошу вас, поддержите меня и голосуйте в мобильном приложении Айту. Очарование Альбени. Это несравненный вкус. Уникальная гармония шоколада, печенья и карамели. Очарование Альбени в его неповторимом вкусе.